Здрасте всем. Олд вернулся. Ходил в магазин. Прикупил самолеха. Пойду теперь отнесу мегатонну. Сдам товар. Тут опять бы на кого-нибудь не нарваться. Тут всегда кто-то есть. Место такое. Тут постоянно враги респанятся. И все время разные. Вон он там ходит, блин. И хер с ним пусть ходит. Мне сейчас не нужен. Я и так под завязку. Приходится скидывать добро. Зато меч такой раздобыл. Красота. Просто вообще. Гордость. В магазине такого не купишь. Воды чистой не было, блин. То мы бы, конечно, воды дать чистой, но у меня нет чистой воды, блин. Грязная вода. А, нет, есть очищенная вода, вон. Нужно отдать. Мучается бедолага. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, помоги. Воды. Я умираю. Держи, вот тебе очищенная вода. Ты серьезно? Ну а то. Мне нечего предложить взамен. Да ладно. Просто так? За даром? Ну, даром это да. Да, я настаиваю, это самое меньшее, что я могу сделать. Боже, спасибо. Спасибо тебе огромное. Я тебе жизнью обязан. Да благословит тебя Бог. О, очищенная вода удалена. Ну и все, и слава богу. Вы получили карму. Карма — это хорошо. Я же ж правильный чувак. Это была шутка насчет того, что ты отследишь Бога? Конечно. Сейчас я этой даме отдам. Привет! Ой, это мужской туалет. Черт, я пробежал мимо магазина. Я так увлекся. F5. Ну, как твои раскопки? Удалось достать продукты и медикаменты из супермарта? Да, пришлось попотеть, но еда и лекарства у меня. Серьезно? Правда? Правда! Отлично! Расскажи мне все. Там оказались рейдеры и робот. Вряд ли это безопасный источник припасов. Серьезно? Рейдеры и роботы? Похоже, мысль про этот магазин не только мне в голову пришла. Похоже, тут нужна особая осторожность. Точно. Ладно, оставь находки себе. Я сама недавно наменяла много еды. Вот, попробуй, угощаю. А то мне это уже приелось. О, вот это еще возьми. Это старый дезинфектант для пищи. Просто носи его с собой, и он автоматически сделает еду и воду более... лучше. Три кусочки гуан. Отлично, дезинфектант, инструкция. Дезинфектант работы, конечно, пищи и воды повысился. Да, давай продолжим исследование для первой главы. Мне еще нужно изучить влияние радиации на живую особь.
Мне нужно, чтобы кто-то разведал, как проходить через минные поля. Охренеть. И на этом первая глава книги будет закончена. Что тебя больше всего возбуждает? Ну ладно, давай, что там насчет радиации? Да, вот тут мне и нужна твоя помощь. Я многое знаю об этом из книг, но живого образца никогда не встречалось. Или их не хватало надолго. Так что мне нужно, чтобы тебя немножечко облучило, чтобы была возможность изучить последствия. О, конечно, не набирай смертельную дозу. Я должна успеть привести тебя в порядок. Да, ладно, я пойду искать радиацию. Будь готова все исправить, когда я вернусь. Ах ты мой персик. Или, по крайней мере, какой-то там фрукт, который теперь выращивает наша пораженная радиацией агротехника. Точно. Так, 200 рад должно хватить для проявления симптомов. Но если сможешь набрать 600 и больше, тест будет более точным. Только постарайся вернуться обратно, а уж тут я тебя в порядок сразу приведу. Ну, постараюсь. Так, посмотрим, что у тебя есть на продажу. Конечно. Так, что тебе тут продать? Этот продаем. Антирадин, бафаут. Блок сигарет. Ну, биту продам, блин. Хорошая штука, но запасную я таскать не буду. Так, нож. Ножик на всякий случай будем носить, это значит, если что, прирежем. 3 килограмма. Рейдеры-садисты, винты, блин. Водка. Довоенные деньги. Запальник. Чипсы. Чипсики. Квантовая ядер кола. Китайский пистолет. Ой, тут китайских пистолетов-то у меня. Кожаная броня тоже хорошая штука, но... Что-нибудь найдем получше тогда. Кувалда хорошая вещь, блин, но это... Офицерская это, блин, лучше. Кусочки игуаны, на, забирай. Макароны с сыром. Медикс. Медицинская шина. Интеллект плюс 5. Гранаты тоже забирай. Ружье. Я ж не стреляю. Рабочий комбинезон на всякий случай ношу. Пока.
снайперская винтовка. Солнечные очки. Чипсики, чудо-клей. Охренеть, ядерный выстрел. Все продал, блин. А, 5.56, зачем мне? Антирадит, боевой нож на всякий случай нужен. Воду оставим, мало ли пригодится. Китайский меч. Медикс, полицейскую дубинку можно продать. Так, радикс, шлем, все. О, блин, у ней же штука нету. Ну, зато у ней может быть это. Стимуляторы. А может и нет. Нету, блин, нихера. ПРС. Черт, нету. Я у нее все купил, блин. О, черт, зараза. Блин, взять-то нехер. Как-то я разошел это. Вообще надо выйти просто. Отказаться от сделки, да. Сейчас посмотрим это. Починить мое снаряжение. Боевой ножик. Ну и все. Так. Что у тебя есть на продажу? Конечно. Ну, подряд все и продаю. Так, сразу посмотрим, нет ли у тебя там... шарики, шлемы, ничего нету. Ладно. Продадим кому-нибудь еще. Боевой нож. Блин. Винт. Водка. Ну все.
Все, давай подругу. Удачной охоты. Хорошо. Удачи в исследованиях. Пойду еще кому-нибудь чуть продам, блин. Того я все купил, блин. Ну, зайду к этому в аптеку, блин. Док. Если тебе удалось сюда добраться на своих двоих, значит, все не так плохо. Точно. Давай, хочу купить медицину. Конечно, это не то, к чему вы там привыкли в убежище, но сойдет. О, стимуляторы. Десяток. О, вот, теперь мы можем продавать. Так, запальник, чипсы. Китайский пистолет. Кувалду, блин. Кувалду продам, тяжелая, блин. Макароны с сыром. Ментаты. Так, надо еще стимуляторы брать у него. Еще десяточек давай. Без стимуляторов тут тоскливо как-то. О! Охотничье ружье, пакет крови. Так, сопротивление ради... А, это револьвер. Пока тут все продаж, блин, это такая длинная песня. Надо сосредоточиться. Во, смотри. Все продал. И теперь у него можно купить еще стимуляторы, блин. Пускай будет. Одну крышку ему отдадим и все. Все. Все? Хорошо. Мне пора идти. Будь поосторожнее. Так, а что у меня там вообще с моим здоровьем-то? Статус. Вон, слегка башка повреждена. Тут маленько. Тут чуть. Радиации пока мало. Заряд бодрости 10%, холодное оружие 5%. Ну давай попробуем подлечиться. Если тебе удалось сюда добраться на своих... Я понял тебя.
Меня ранили, док, мне нужна помощь. Основные жизненные показатели в норме, но эти дыры не мешало бы заштопать. Ну что, на 50 крышках сойдемся? Да, ладно. Вот деньги. Зажми это в зубах. Это поможет справиться с болью. Так, подержи-ка. Отлично. Вот, а теперь отдай. Это должно помочь. Еще что-нибудь нужно? Нет, 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 это все, что мне нужно. Ну ладно. Боже, благослови США и никого больше. Понятно, понятно, я тебя понял, блин. О, все, Вован, третий уровень, все. Отлично, пойду искать что-нибудь. А где радиацию эту, блин? Найдешь это. Еще дышим. Значит, кое-кто не облажался. О чем ты думаешь? Папа велел не разговаривать с чужаками. Понятно, нужен ключ. По-моему, тебе не стоит с этим химичить. Какой мальчик, блин. Эй! Это была шутка насчет того, что ты разрядишь бомбу? Может быть, может быть. Так. Информация, задание. Где ж тут найдешь-то, блин? Доставить письмо. Пойду письмо покрою. Доставить письмо. Показать локацию. Ого! А что у нас тут? Это Супермарт. Новости галактики. Остальное вообще хер знает где. А, тут нету. Ну ладно, попадется где-нибудь это. Не особо. Я пошел. Рад тебя видеть. Состояние у меня хорошее. Вот там не видно. Вот там у меня там почти целиком, блин. ССТ целиком заполнено. Чокнутый Вульфганг. Или мадам, добро пожаловать в передвижную мусорную лавку чокнутого Вольфганга. Базар барахла, забегаловку запчастей, караван кусочков. Да, ну, ты тут действительно чё. Какую дребедень могу я, самый чокнутый из всех возможных Вольфгангов, тебе предложить? Да. Что у тебя есть? Барахло и рухлядь высочайшего качества. Ну, стимуляторов у меня полно. Мне пора идти. Увидимся еще, да? Опять. Добро пожаловать, Негат. Так, а снаряжение у нас? А, он просто... ослабляет, работает в пассивном режиме, так скажем. Так, а куда мне идти-то, блин? Это далеко мне надо идти. Вон туда. Ну, пойдем. Может, найдем где и костюмчики получше. Ну, у меня куртка-то хорошая. Туннельный змей. Хорошо прогуляться, если весело шагать по просторам, по просторам. А там мусорники ничего нет.
Мало ли, блин. О, Зайк, бутылочные крышки. Пресс-папье мне не нужен. Ой, я ж не посмотрел, сколько время-то, блин. 7 часов, блин, надо назад возвращаться. Куда я на ночь глядя пошел-то? Спим и с утра выходим. Дорога длинная. Бандюков полно, надо набраться сил и все такое. Да? Тебе что-нибудь нужно? Да. Эй! Я иду спать. Пораньше лягу, пораньше встану и пойду. Хорошо крушить здесь бандюку. Главное к ним поближе подойти, они тогда и стрелять не могут. Что-то я пробежал куда-то. Салон Мариарти здесь. А ты кто? Обитатель? Даже не думай. Хера, это что, 120 крышек у тебя поспать, блин? Это одна ночь, что ли, стоила? Хера себе, блин, да иди ты в жопу, блин. О, блин, тут темно нахер. Ладно, хер с ним, сейчас посплю, потом надо что-то придумать. Пустой дом, нужен ключ, блин. Дом Билли. У кого тут еще что-нибудь можно? О! Привет, Маня. Привет, чужак. Меня зовут Манья. А этот старый недоумок – мой муж Натан. Понятно. И если тебе нужна помощь, то лучше спроси меня. А Натана ни о чем не проси. Он только и может что целыми днями трепать языком про свой чертов анклав. Понятно. Ладно, про историю если города меня. Если встретишь Натана, отошли его домой. Хорошо. Женский туалет. Нахера мне в женский туалет? Обитатель мегатонны. Общинный дом. А может, в общинном доме можно поспать где-нибудь? Нет, спать нельзя, нихера. А ты кто? Обитатель, блин. Монтировка. Медицинская шина. Ни хрена, тут спать нельзя, блин. Сахарные бомбы. Пюре быстрого приготовления. Маленькая паленая книга. Большая книга. Хера тут где-то. Ты тоже обитатель? А нельзя там с вами? Хочешь поторговать? Тогда тебе нужен магазин на кратере. Да я хотел поспать на халяву. Кексы, свинина. Выше туда. Почему всем можно спать, а мне, блин, нихера нельзя, блин, спать. А типа я не местный, блин. Черт, придется
или идти в ночь. Темно, блин. Сейчас пройдусь, может быть, где-нибудь здесь можно будет. Да хер тут, где тут можно? Ничего тут не можно. Дом Джерика. Дом зайти можно. Пустой дом. Нужен ключ. О, черт. И упокоить эту гнилую плоть. Добро пожаловать, дитя. Привет тебе, милое дитя. Мы, кажется, не знакомы. Я мать Майя, пророчица атома и всепроникающего света. Милое дитя, все мы дети атома, и сама ткань вселенной в наших руках. Добро пожаловать в Мегатонну, и да пребудет с тобой мир. Расскажи мне о церкви. Тебе лучше спросить моего мужа. Понятно, понятно. Ладно, мне пора идти. Да пребудет с тобой сияние. Хрупкую форму всего эфемерного тела, новую жизнь. Пойду спать тогда в кабак, блин. Надо искать какой-то себе, блин, прибежище где-нибудь поспать. Можно, конечно, блин, сотню нахрен выложить. Это не просто так заперто. Да ладно, я только посмотрел, что закрыто или не закрыто. Да, ладно. Я-то думал, я здесь за неделю заплатил, твою мать. Мужской туалет. В мужском туалете, что ли, блин, спрятаться нахрен? А где эта сука? Это Люси Вест. А, вот она. Что ладно. Такое, лапуля? Да. Сколько за комнату? Ну, для тебя... Комната и приятная компания обойдутся тебе в 120 крышек. Деньги вперед. Ладно. Тебе на второй этаж, детка. Комната с большой кроватью. А сколько стоят твои услуги? Ты просто снимаешь комнату. Неважно, будешь ты там спать или нет. Мне наплевать. Мне все равно заплатят. Понятно. Мне пора идти. Береги себя, дорогуша. Ладно, блин, жопа с руками. Пора отсюда валить. Нельзя задерживаться. Так, 10:24. 8 часов спим и вываливаем отсюда. Ой. Не туда нажал. 8. Поехали. Поспим, малёха. Нова. Вы получили заряд бодрости. Знаете, как у вас тут все дорого, блин. Пойду письмо отнесу.
Может, я заряд радиации получу. Ну, пошли. А это не свалило там фермерша с фермы? Здравствуй, Великая Америка. Говорит президент Эдем. Надеюсь. Пойду проверю. Может, она свалила, и я уже смогу тут это. Надежды на мир, порядок и безопасность. Не, она никуда не свалила. Радикальным мятежникам. Доброе наплевать утро. На тебя. Им наплевать на... Понятно. Тут мест нету. Ну ладно. Пойдем дальше. Так, вот здесь какая-то хата. Но закрыто, забито, заколочено. Вы обнаружили несколько локаций. Вы можете быстро перемещаться в любую из уже обнаруженных локаций с помощью карты мира в вашем пип-бое. О! Вы нашли школу Спрингвейл. Ух ты. Радиации тут нет. А, вот школа. Можно зайти и посмотреть. О, блин, срач-то тут. По-моему, тут что-то недоброе. Давайте, мальчики, свежее мясо! Говнюк. Так, что у нас тут? Бандюки тут. О, можно было бы тут и поспать. Надо их только перехерачить всех. Тут их, блин, целая толпа. Привет. Довоенные деньги.
О, блин. Я тут... Уже конец серии, да я еще даже никуда не сходил. Книжки, книжки, кофейники. Они там, наверное, наверху ходят. По второму этажу. Теперь... Нет! Или по первому. В подвале, возможно. Не видать тут никого. Ну-ну. И тут кровати. Смотри, тут, блин, спи себе не хочу. Жгуты, по всей видимости, они тут часто употребляют. Так, ладно, народ. Дальше зачищать мы это пространство будем в следующей серии. Есть тут где полазить со своим ножичком. Главное, тихо, блин. Вовремя это, блин, самурайский меч нашел. Красота. Ну все, давайте. Пока-пока. С вами был Олд. В следующей серии продолжим зачистим школу. И создадим себе тут гостиницу. Можно будет спать.